получилось так. В общем, какие настройки у нас теперь? Годовой прирост к основному доходу 20%. Вот увеличение расходов всего лишь на 8. Вот. Ну, можно сюда. То есть здесь первое значение мы вписываем 20. Сейчас, наверное, сделаю начальный, не депозит, а начальный доход. И здесь будет отображаться табличка такая. Сейчас сделаю так. Что? Так. Что мы здесь делаем? Можно написать. У большинства зарплата. А я ЗП. ЗП текущая. Еще я. Так, вот, допустим, пишем здесь 20, грубо говоря. Ну, у кого-то 20, у кого-то 100. Вот. Здесь равно. Все, расчеты будут так, в таком порядке. Вот. Здесь тоже что можно менять в табличке. Можно менять все эти процентики, можно менять. Сейчас это объединим. Итоговый капитал. Такая сеточка получается. Моя текущая ЗП. Ну, допустим, можно поставить другую ЗП. Вот, давайте 50 тысяч рублей. Вот, совершенно другие цифры. Да, за 5 лет можно что. То есть вот старт. Старт. Мы не копили, не откладывали. Не копили, не откладывали. У нас только получается накопление в этом году. А, вот здесь мой расход, первое стартовый, мой расход от ЗП. Все остальное, что у нас остается, это у нас идет в статью накопления. Вот. Сколько мы тратим? Ну, давайте 40 тысяч мы тратим, грубо говоря, от нашей ЗП. Здесь равно. И все, как бы, да? То есть это поле активное. И вот такой расход. Грубо говоря, мой расход и доход. Вот, кто там просил, пожалуйста, вот есть табличка такой. Расчет нужно делать. Вот на ближайшие 5 лет. Потом можно сделать табличку, вот. То есть накопление за год, и потом у вас эти накопления, вот эти проценты капитал, то есть виды, ну, отдельная табличка на другом листе будет. Можно сделать виды инвестиций, куда вы инвестируете, что у вас приходит пассивный доход. Вот, то есть отдельно можно сделать. Вот. Моменты. То есть вот консервативно с такими настройками через 5 лет можно квартиру взять, однушку. Вот. Если доход 20-30 тысяч, ваша задача первая, как увеличить? Вопрос как? Как увеличить мою зарплату, чтобы у меня она была 50. Второй вопрос. Как вам организовать прирост, чтобы зарплата у вас увеличилась каждый год на 10 тысяч, грубо говоря. 10, 70, 80. То есть быть профессионалом в своей области. Увеличивать
Вот. Тем самым пропорционально от вашего дохода у вас идет статья расходов. Вот здесь увеличение статьи расходов у вас. Вот. Также отдельно табличка увеличения, то есть табличка по расходам. То есть есть по накоплению, да, накоплению и как вы, куда вы инвестируете, есть табличка расходов, где вы ведете свою статистику. Обязательные, допустим, аспекты обязательных, что основное у вас идет. Это, к примеру, у большинства, что обязательно нужно дать кредит. Кредит или долги, да? Кредит, долги. Долги. Это вот первый аспект такой. Второе это статья накопления. То есть в месяц вы откладываете 10 тысяч. Вот у вас 50 тысяч пришло в разрезе, как оно идет. Вот, допустим, у вас 50 тысяч пришло. Отложить. Отложить. Отложить накопление 10 тысяч. Это обязательные. Обязательные такие платежи у вас. 10 тысяч. Кредит, допустим, ну не знаю, 1005. Коммунальные услуги. Это вот основное у вас получается. Коммунальные услуги. Коммунальные услуги. У каждого по-разному. Возьмем 5000. Вот. То есть вот это у вас основное. Это у вас основное. Все, что ниже, это у вас. Вы тут пишете, что для семьи нужно. Для семьи вам нужно потратить на еду. Следующее, что у нас? Транспорт. Вот. Отдых. Отдых. Еда, транспорт, отдых. Дети тоже требуют. Куда мы еще тратим? Откладываем одежда. 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 Ну и непредвиденные такие заначка, типа того, заначка. Ну, заначка, она неприкасаема. Это типа ваша подушка. Вот. И здесь вы пишете. Вот здесь у вас, допустим, равно это минус. Это все нужно в скобочках. Минус это. Минус это. Обязательно что? Минус это. Так. Так. Это мне правильно накладывать. Так, сейчас. Так равно. Это минус. Так, наверное, большие буквы там нет. Так, давайте по-другому сделаем. Так, формулу сделаем. Плюс. Это плюс это равно. То есть вот у вас оставшиеся средства, которые вы уже можете тратить. Вот эти средства 30 тысяч. Мы их берем как за 100%. Вот здесь вы определяете, каждый определяет для себя вот в этой графе, грубо говоря, сколько вы будете, допустим, тратить там на еду в процентах. Вот 40% на еду, транспорт, допустим, 5%, отдых 5%, дети 20%, 30% даже, 30% надежда. Ну, дети,
включает в себя там одежда и так далее. То есть такие развлечения, можно, ну не развлечения, такие шалости для детей. А одежда, как бы, она для всего семейного бюджета. То есть здесь, допустим, мы пишем, то есть нужно так распределить, вот, ну, допустим, 20%. 20%. Так, что у нас остается? 40, 50, 60, 70, 80. Заначка. Заначку можно 15% сделать. Ну, покушать чуть больше. 45%. Вот. И здесь мы отмечаем. Так, 10. Нужен. То есть вот у вас найдут, 13 уходит. Здесь равно умножить на 5. 1500 на транспорт. Ну, соответственно, у вас там еще телефон, там такое. То есть вы все это расписываете, вот, то, чтобы вести контроль. Вот. Так. Это умножаем на 5. Проценты вы можете время от времени менять, вот, но не выходить за бюджет свой. Вот. Заначка для чего? Стоматолог, к примеру, прокол колеса на автомобиле. К примеру, там ТО какое-нибудь, ТО автомобиля, что там еще, какие непредвиденные, ремонт бытовой техники, для чего это делается, чтобы когда это случилось, вы от еды себя не ущемляли, а уже к этому привыкли, к этому рациону, грубо говоря. В этом году у вас такой рацион на такую сумму. Если у вас, вам не устраивает, что вы тратите именно 13500 на еду, включаем мозг, задаем вопрос, как мне повысить заработную плату, чтобы у меня и у моей семьи было что кушать. Вот, соответственно, и дальше поехали, все это расписываем дальше. Здесь у нас итог будет, подведение итогов. Вот так, раз. Автосумма. А здесь равно 30 умножаем на 10. А вот. Так, ну тут у меня в основном-то информация была по тестам, а тут я уже начал преподавать. Так, ладно. Ладно, пока тесты идут, немножко уделим вам время. Так, это умножить на это. Табличку можете мне написать, я скину. Кому интересно, это табличка, пишите. Внизу я под видео оставлю контакт свой. Здесь могу скайп написать. Напишите. Табличка по накоплению и по инвестициям. Я ее так назвал. Накопление инвестиций. Так, сейчас я напишу скайп. 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 У меня называется, ну это я 100 лет назад его называл, мы тогда еще занимались предпринимательской деятельностью, чтобы 2014, вот, одним из видов дохода, вот такой вот он у меня скайп. Так, сделаем, чтобы видно было. Так, это я тут закрываю. Так, дальше. Последний значок у нас остался. Так, 30.
умножаем. Кому интересно по инвестициям, почитайте Роберта Киосаки по развитию личности. Он много там чего интересного пишет. Тоже было время, когда увлекались, когда сетевым занимались, маркетингом. Вот. Очень много фишечек от него. Как бы так, это что-то я не то делаю. Что-то я не то, куда-то я полез. Так, равно. Это умножаем на процент. То есть в конце у нас должно получиться 30 тысяч. Вот, все. Добрый вечер. Добрый. Что такое? Что случилось? Рит. Так. Так, добрый. По какому вопросу? Так, ладно. То есть вот понятно, я думаю, такое, да? Так, вы не могли видеть. Опять всякое. Няга. Реклама. Спонтовая. Так, ладно. В общем, понятно, да? Суть понятна. По итогу. То есть цель наша была годовая 10%. Даже с учетом, если просадка. С учетом просадки уже. Ну, как бы тут просадки нет. Цель получилась достигнута. То есть текущий инструмент, он себя оправдывает. Еще раз повторюсь. Даже если брать 10% в накопление. Допустим, используем валютный рынок, евро-доллар, грубо говоря, инструмент. Когда у нас накоплений там больше идет, там в следующие года, то есть мы, если используем валютный рынок, то есть что мы делаем? То есть распределяем риски на несколько счетов, да, и консервативно, с консервативными настройками работаем, чтобы каждый счет нам приносил по 10%. В моем примере таких у меня счетов не один. Вот. С консервативными настройками. Так, ладно, это как бы мое дело. Дело ваше, что вы будете делать. Ну, такое дело. То есть здесь консервативно евро-доллар идет. Себе работает. Немножко подрабатывает. То есть вот 17% текущий у нас так, июль. Январь, февраль, март, апрель, май. Июль. За 7 месяцев вот 17%. Без агрессии. Кто валютным рынком интересовался, вот, пожалуйста. Так, ладно, на этом видео остановлю.